Приветствую, дорогие друзья! На связи Руслан Ашаров. В этом видео мы с вами разберем, как покупать на площадке AliExpress китайский товар. В этом нет ничего плохого и во многих случаях даже очень выгодно и полезно покупать на такой площадке. Многие думают, что AliExpress это своеобразный интернет-магазин, но это не так. Это сервис, который предоставляет продавцам площадку для размещения своих товаров и также дает возможность покупателям делать выбор из огромнейшего просто количества товаров и продавцов. AliExpress это такой посредник между продавцом и покупателем, который выступает еще и в роли некоего гаранта для покупателей. Об этом я еще скажу в процессе инструкции по покупке на AliExpress. Давайте перейдем на экран. Значит, найти площадку можно либо пройти по ссылке в описании, либо просто набрав в Гугле AliExpress и найти вот такую вкладочку ru-aliexpress.com. Когда мы перейдем по этой ссылке, нам откроется официальный сайт площадки. И для новых пользователей, кстати, здесь предоставляются некие скидки, различные бонусы. Например, такой бонус, как подарок. Давайте я открою новые вкладки. Подарок при первой покупке, то есть скидка на несколько долларов. Вот мы видим эксклюзив для новичков. И там порядка 3 долларов будет сейчас скидка. Долго загружается, давайте дождемся уже. Да, вот если в рублях, 195 рублей 43 копейки можно получить такой скидка, купон на любой товар. Ну, в любом случае, здесь выгодно зарегистрироваться, поэтому нужно это сделать, прежде чем покупать что-то. Здесь, когда вы переходите в мой профиль, нажимаете кнопочку «Регистрация». Регистрация несложная, придумываете пароль. Обязательно указывайте действующий email. Я не буду показывать процесс регистрации, потому что я уже зарегистрировал, не хочу второй аккаунт здесь как бы заводить. Хотя, наверное, я несколько слукавил, есть второй аккаунт, поэтому не хочу третий аккаунт заводить, скажем так. Поэтому здесь вы указывайте данные, обязательно не забудьте записать их, где-то сохранить и нажимаете «Создать учетную запись». Следуйте инструкции, переходите по ссылке, которая вам придет на почту и уже попадаете, давайте я открою свой аккаунт, попадаете уже на сайт через уже свой профиль. Вы будете иметь уже здесь свой профиль, вот он мы видим. Здесь вы можете нажать непосредственно на профиль и перейти в профиль, либо вот можно вот здесь нажать «Мой профиль». Здесь отредактировать можно данные, если вы какие-то данные указали неправильно, например, адрес доставки. Кстати, обязательно проверьте перед заказом, чтобы адрес был точно указан. Здесь вы можете сменить пароль, управлять жалобами в будущем и так далее. Ну, надеюсь, жалоб у вас здесь не возникнет, хотя всякое бывает. Далее, давайте будем разбираться, как покупать товар и как посмотреть инструкцию о безопасности. Что это вообще такое? Итак, когда мы уже вошли в свой профиль, мы уже можем выбирать здесь товар, который нас интересует. Либо забив вот здесь в поиск название товара, если интересует какой-то конкретный товар. Либо, если просто решили посмотреть какие-то новинки, тренды, значит, можете вот здесь на главной пощелкать по баннерам. То есть можно эти баннеры пролистать. Вот здесь несколько баннеров есть. Посмотреть здесь на главной, какие новинки есть и так далее. Если нужен товар в какой-либо категории, здесь очень все просто. Наводите курсор на категорию товаров. Например, давайте выберем электроника. И здесь уже в подкатегориях ищите нужные вам, значит, нужную подкатегорию. Ну, к примеру, давайте возьмем штативы и аксессуары. Перейдем сейчас на необходимую категорию. Здесь мы можем, кстати, отфильтровать товары. Очень здесь много фильтров различные, то есть можем отфильтровать по материалам, можем по цвету отфильтровать, да,
То есть различные фильтры можем применить, я не буду сейчас на этом останавливаться. Здесь мы можем отфильтровать по ценам, то есть если мы наводим курсор вот здесь справа от выбора цены, здесь уже есть значит, рекомендуемые цены. Пользователи, там 44% пользователей купили товары в этом ценовом диапазоне. То есть можем здесь вот ориентироваться на вот эти показатели. Значит, можем здесь сразу указать бесплатная доставка, если нас интересует именно бесплатная доставка. И да, смотрите, друзья, вот здесь мы можем сразу указать, чтобы система нам подбирала значит, нужную доставку сразу и не показывала те товары, которые не доставляются в нашу страну, здесь мы можем указать доставку, то есть указать свою страну из списка здесь выбрать, да, и валюту, которая наиболее вам удобна, и затем сохранить. Все. Таким образом, у вас будет как бы такой фильтр включен в системе, вам не будут показывать те товары, которые не будут, которые нет доставки вашей страны. Ну и здесь что? Мы можем смотреть по отзывам, сколько отзывов, по заказам, например, вот этот товар заказывали 4342 раза. Ну, давайте, кстати, мы на него нажмем, чтобы показать как пример. Я просто на него нажимаю, по идее открывается новая вкладка у нас, да, с товаром, то есть поиск у нас открыт отдельно, и у нас открывается новая вкладка, это также очень удобно. Здесь, значит, смотрите, друзья, все очень и очень просто, как в обычном магазине, но есть просто некоторые нюансы, давайте их будем разбирать. Значит, что здесь? Да, здесь, как в обычном магазине, вы выбираете, цвет. К примеру, если ваш товар предполагает цвета, давайте, например, я выберу красный цвет, значит, смотрите здесь цена в той валюте, которую вы указали. Что здесь еще можно посмотреть? Значит, здесь, да, вы можете указать, сколько товаров, например, два, нам нужно два таких штатива, да, либо три штатива. Так, по идее, должна цена сейчас поменяться. Почему она не меняется? Значит, так, ну давайте возьмем синий цвет. Так, ладно, не будем пока на этом останавливаться. По идее, когда вы указываете количество, значит, меняется цена. Значит, что здесь? Смотрите, мы можем посмотреть защиту покупателей в течение 60 дней. Если мы сейчас нажмем на эту надпись, то мы увидим, что на сервис выступает как гарант покупателю, и деньги, которые вы оплачиваете за товар, они не переходят мгновенно продавцу, а они задерживаются в системе AliExpress, и только после того, как вы подтверждаете заказ, то есть вам приходит товар на дом, вы смотрите, что он соответствует вашим ожиданиям, что нет никаких дефектов, что вам именно этот товар пришел. И после чего вы уже нажимаете в своем аккаунте подтвердить покупку, подтвердить получение, и тогда уже уходят деньги непосредственно продавцу. Если же возникают какие-то сложности, то вы можете открыть спор и вернуть свои деньги. То есть вот здесь об этом можете все прочитать. Основная защита. То есть в течение 60 дней после заказа, значит, вам предоставляется такая защита. Я не буду на этом останавливаться. Я показал вам, где об этом прочитать. Можете это самостоятельно сделать и то есть максимально подробно здесь все прочитать. То есть вот такая защита, поэтому очень хорошо здесь это продумано. И можете смело покупать, не переживая, что вас каким-то образом обманут, потому что продавцам это обманывать тоже здесь невыгодно. То есть они теряют здесь рейтинг в таком случае. Поэтому вот таким образом, друзья, можно покупать товары на AliExpress. Можем просто нажать «Купить сейчас», либо «Добавить в корзину» и уже в корзине, значит, оплатить товар карта, Visa, MasterCard, либо какой-нибудь другой валютой, электронной валютой. Все, деньги переходят в систему, еще раз повторюсь, и вы уже ожидаете свой товар. Товар, конечно, в зависимости от страны приходит в разные сроки. То есть я ожидаю примерно около месяца товар.
И скажу вам сразу, не было ни разу никаких нареканий на товар, на продавцов. Ну, конечно же, вы здесь максимально точно выбираете товар, то есть по вот критериям, которые я вам показал, смотрите отзывы и так далее. Вот так на самом деле просто заказывать товар на AliExpress. Поэтому пользуйтесь этим сервисом в следующем видео, либо, наверное, не в следующем, друзья, наверное, через какое-то время я запишу видео, как получать еще дополнительный кэшбэк, покупая на AliExpress. То есть вы можете покупать на AliExpress и дополнительно через определенный сервис получать возврат с денежных средств. Ну, к примеру, вы купили товар, и часть денег вы получили обратно через определенный сервис. Потом можете их снять, либо потом можете пополнить иметь свой телефон и так далее. То есть об этом я тоже запишу видео. Если вам было это полезно, обязательно поставьте лайк, поделитесь с друзьями и до следующих видео. Пока, друзья мои.